Добрый день, уважаемые коллеги и партнеры. Здесь представлены разные сорта сои. Здесь представлена полностью защита компании Сингента от протравителей, гербицидной и фунгицидной, соответственно, тоже. Из протравителей здесь был Максим Голд в дозировке 1,5 литра на тонну семян. Посев 600 тысяч штук, норма высева сои. Потом фазу первоотрочистого листа провели обработкой видблоком. Здесь была обработка видблок плюс дозировки 1,8 литра на гектар. По один проход опрыскивателя мы видим, что практически сорнячков мы тут не наблюдаем. Кое-где проскочили однолетки, но это уже было позже развитие данных сорняков. Видблок плюс включает в себя противозлаковый компонент и противодудольных сорняков. Соответственно, очень довольно-таки хорошая эффективность. И насколько мы можем наблюдать на данный момент, никаких ступенек, либо угнетения мы здесь не видим. То есть поле однородное, никаких там фитотоксичностей. И на момент обработки в течение всей вегетации не было на данном участке.